Все для нашей жизни написано, для благочестия для нашего. Иногда мы не можем понять вот эту благодать, которую Он нам дает, которую Он нам посылает. Но это Божья благодать. Это Божья благодать. Знаете, вот у нас мы нуждаемся во многих вещах, когда живем, да, вот, смотрите, нуждаемся мы в пище. Без пищи человек не может жить. Ну сколько он без пищи? Ну, несколько месяцев поживет ему уже, да? Месяц. Ну, несколько недель, давайте скажем, несколько недель человек без пищи живет. Говорят, вот некоторые люди там 180 дней голодовку держали, да? Вот так вот жили, да, до года доходили там. Ну, несколько недель. Без пищи может прожить, потом он умирает. Без воды сколько человек может прожить? Несколько дней, да? Несколько дней. Потом происходит обезвоживание организма, и человек тоже умирает. А без воздуха сколько человек проживет? Несколько минут. Несколько минут. Не секунд, минут. На минуту можно, на две дыхания задержать, на три некоторые, на пять задерживают дыхание. На 10 даже бывают такие вот. Можно. Да. И мы без этого не можем жить, да? Вот человек нуждается в этих вещах, у него есть необходимые такие потребности, да? Необходимые потребности, нужные для нас. Есть потребность в жизнеобеспечении, да? Ну, что такое жизнеобеспечение? Это продукты питания, там, это твоя одежда, да? Ну, некоторые вещи, которые необходимы для нашей жизни, да? Питье какое-то. Мы нуждаемся в этом во всем, да? Потом человек в чем еще нуждается? Основная непотребность. В защите. Защита нам нужна. Никто же не хочет жить в таком, в экстриме, жить в экстриме, да? Чтобы постоянно по лезвию ножа ходить. Есть, конечно, такие индивидуумы, которые им надо постоянно какой приток адреналина в кровь, чтобы все в каком-то экстриме, да, чтобы кругом его опасность была такая, да? Везде там монстры его преследовали, там все, он оборонялся обо всех. А основная масса людей, это люди хотят жить в безопасности. Чтобы комфорт был, чтобы хорошо было, чтобы его окружали там люди, от которых ты не ждешь какой-то пакости, да, которые там тебя ножку в поставить или еще что-то, чтобы ты по улицам спокойно мог ходить. То есть мы нуждаемся в безопасности. Для этого и жилье строим, да, и как бы забором огораживаемся, замки вставляем, еще что-то, чтобы чувствовать себя безопасно, да, комфортно. Еще человек нуждается в развлечении в каком-то. Нужно это нам, да? Нужно какое-то удовольствие получать, да, для души. Ну надо? Надо же, правильно? Да. Чего молчите-то? Не надо, что ли? Я вообще буду считать, что полностью религиозные люди, что вам ничего не надо. Нам только Слово Божие читать, никакого там. Удовольствие от Слова получают. Да нет, мы нуждаемся в этом. Нам нужно какое-то для души просто, да? Праздник. Для кого-то на облака посмотрите, он подумает, ой, какие облака, ой, как красиво, да? Что тут красивого, да? Небо как небо. А человек радуется. Для другого там он цветы понюхал, и он уже удовольствие от этого получил. Для этого дядьколоном попользовался, тоже удовольствие получил. Для другого книжку почитал интересную, хорошую, да? Вы знаете, когда люди жили в Эдемском саду, вот кто им давал вот эти все потребности? Где они получали? Бог все это давал, да? Бог давал и жизнеобеспечение, Бог давал и чувство безопасности, Бог давал им и вот это удовольствие давал им. А он обеспечивал их пищей, они в безопасности себя чувствовали, да, и они получали удовольствие от общения друг с другом. От общения друг с другом у них удовольствие было, и от общения с Богом. Они наслаждались от этого. Но потом, когда Бог их изгнал из Эдемского сада, все, они все это потеряли. Все потеряли, все эти потребности им нужно было, но они ведь остались потребности тогда, а кто их восполнять начал? Человек сам начал восполнять. В книге «Бытие» там написано, что когда вот Каин был изгнан, да, и у него там родились сыновья, да, и у него родился сын, и потом написано там вот, так, я сейчас прочитаю это место, да, это книга «Бытие», 4 глава, 20 стих. Ада родила Иовала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брата ему Иувал. Он был отец всем играющим на гуслях и свирели. Цила родила Тувалкаина, который был ковачем всех орудий из меди и железа. Смотрите, значит, один был
отцом всех живущих в шатрах, да, и стада они содержали, да, то есть это вот жизнеобеспечение, да, это пища, это еда, стада, это шерсть, это одежда, одеваться тоже во что-то. Другой был игроком на гуслях и свирели, это развлечение, они развлекались, тогда интернета тогда не было, социальной сети не было, и как-то надо же было, они играли на гуслях, играли на свирели, там, еще что-то. Сейчас очень просто, да, захотел, чтобы те гусли наслаждались. Раз набрал в поисковике гусли, да, музыка, и все, эти гусли будут там, свирель, свирель, пожалуйста. А тогда нет. И третий был Кузнецов. Кузнецов, он выковывал орудие. То есть это было средство защиты, чтобы защищаться. Вот эти потребности, они восполняли человека. Он восполнял эти потребности, необходимые потребности. Но знаете, единственную потребность человек не может восполнить. Это потребность в Боге. Потому что Иисус сказал, что жизнь человеческая не зависит от изобилия имения его. Жизнь человеческая не зависит от того, сколько у нас есть продуктов питания, сколько у нас есть развлечений, насколько мы защищены. Не зависит от этого наша жизнь. Потому что есть люди, которые все имеют, но они глубоко несчастны. Они глубоко несчастны. У них есть пища. Пища их не насыщает. Они окружены, может, большим каким-то забором, да, живут в каком-то замке, но этот замок их не защищает. Они не чувствуют безопасность свою. Они, каждый может каждую секунду чувствовать, что на них могут напасть или их могут убить. Да? И не могут найти как бы никакого утешения в развлечении. То есть, потому что это не приносит никакого удовлетворения им. Они все больше и больше погружаются в какие-то, вот, может быть, даже греховные наслаждения, да, но не приносит это удовлетворение. Потому что это по нарастающей идет, и все не кончается. Знаете, я позавчера читал книгу пророка Агея. И вот я хотел бы сейчас открыть это место, книгу пророка Агея, и немножко поразмышлять над этой книгой. Книга пророка Агея. Первая глава, я буду читать со второго стиха. Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Идите, но не в сытость. Пьете, но не напивайтесь. Одевайтесь, а не согревайтесь. Зарабатывайте плату для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева. И стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете много, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении. Тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посмотрите, вот интересно, пророк Агей, да, он жил в то время, когда и был Ездра, да, и примерно события, которые он описывает, это события строительства храма, да. И вот тут есть такой первый момент, смотрите, Агей говорит, Бог говорит, нужно строить храм, да. То есть им было повеление, почему Бог вывел их из Вавилона, из израильский народ. Для чего он вывел? У него была определенная цель, для того, чтобы они пришли в землю, да, израильскую, и начали строить там храм. Но евреи, когда пришли в землю, которую им дал Господь, они не стали строить храм. Почему? Потому что в этой земле уже жили чужеземцы, чужестранцы жили. И эти чужестранцы и чужеземцы, они препятствовали строительству храма. Они всячески строили какие-то козни, да, они не хотели, чтобы этот храм был построен, потому что у них была другая культура, другая религия. И поэтому люди, они говорили, не время еще строить храм Божий. Не наступило еще такое время. Не пришло еще такое время.
построить этот храм. Не пришло время, не время строить дом Господень. То есть первый момент, почему люди так поступали, почему они не хотели строить храм? У них был страх. У них был страх, что они, если не начнут строить храм, то будут большие препятствия. Им начнут препятствовать. Им воспрепятствуют, им не дадут что-то делать. И они говорят, не пришло еще время. Нужно еще подождать, когда нормализуется политическая обстановка, когда мы получим какое-то благоволение или благорасположение начальств каких-то. Хотя начальство уже располагалось. Помните, царь Кир, он их отпустил, да? И он даже сказал там Неемии, да, в книге пророка Неемии об этом говорится. Он ему говорит, вот тебе, пожалуйста, письмо. Иди там главному лесничему, который тебе даст тебе пиломатериалы, да, вот тебе там к начальникам, к различным это письмо будешь показывать, никто тебе препятствовать не будет. Но евреи, они боялись, у них был страх. И если мы с вами будем смотреть вот на окружающие нас обстоятельства, тогда мы как в болоте утонем. В этих страхах, в этих обстоятельствах. Мы на них будем только обращать внимание. У нас только будут не ахи и страхи с вами. И лучший вариант вот в этой ситуации, это обратить свой взор к Богу. О горнем помышлять, о горних вещах помышлять, а не о земных вещах помышлять. Вот есть песня такая старая очень, там Алла Пугачева ее поет, «Поднимись над суетой». Да? Вот когда ты поднимешься над суетой, когда ты в суете, ты будешь и в суете, и будешь. А когда ты поднимешься над суетой, ты выше этого всего станешь, да? У тебя совершенно другой взгляд будет, у тебя другое понимание будет. И ты по-другому совершенно поступать будешь. Евреи говорили, не время еще строить дом Господень. Не пришло еще такое время, еще политическая обстановка, она не поспешествует всему этому. Нам нужно это подождать, когда все сложится, все обстоятельства, вот тогда мы будем делать. Когда было... четкое повеление от Бога строить храм. Но у них были страхи. И второй момент, почему храм не строился, да? Почему они пренебрегали строительством храма? Потому что у них были плотские цели и плотские желания. И вот Агей говорит, Бог говорит через пророка Агея, 3 стих, и было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, так как дом сей в запустении. Посмотрите, неправильно расставленные приоритеты. Бог говорит, вы должны храм построить для меня. Я для этого вас вывел из Вавилона, чтобы вы строили для меня храм. Да, вы говорите, не время строить храм, а вам время строить дома и жить в ваших домах украшенных. Понимаете, это не просто были дома, это были дома украшенные. То есть они все время посвящали тому, чтобы эти дома как-то благоустраивать, да? Ну, знаете, вот есть хозяева, да, которые вот у них только, они тем и занимаются, вот мне кажется, у меня сосед есть, да? И вот он постоянно, ну сейчас уже не так, уже старенький стал там, а вот раньше я помню его, он только делал то, что он постоянно чистил дорожки. Он разметал эти дорожки, как не будешь, смотришь, он дорожки разметает, да? Смотришь, он все снег чистит, да, он постоянно что-то в доме делает, то есть он только за домом смотрит. Больше он ничего, мне кажется, не делал, да, он пенсионер, вот только дом, у него дом только был и все. Мы в Кургане когда жили, и там в Рябково у нас родственники живут, и вот напротив них тоже был дом, и такой мы его называли стеклянный дом. Стеклянный дом. Там такой был дом, значит, он был весь украшен такими изразцами. Там были такие стеклышки, разные разноцветные стеколышки, вот так разукрашенные все это. Были зеркала, зеркальца какие-то наделаны такие, ну красивый такой, понимаете, вот солнце засветит, он прям сверкает, этот, он сверкающий. И вот этот мужик, да, сосед, который жил в этом доме, он только и делал, что там новые стеклышки искал и вставлял туда, понимаете, все. И смотришь, он опять на велосипеде куда-то поехал, на свалку там собирать стекла. Стеклышки собирать. Мы приехали, а родственник работал на свалке водителем, Николай. И вот мы туда приехали на свалку, было выписано делянку, чтобы лес там заготовить, дрова можно было заготовлять. Я смотрю, он там на свалке
сосед, я говорю, ты что тут делаешь? А он приехал на велосипеде, там сколько, 15 километров, наверное, приехал на велосипеде туда. Он говорит, да вот собираю вот эти зеркальства всякие, стеклышки собираю там. У него это была идея фикс, чтобы украсить свой дом, чтобы жить в этом доме, в украшенном в этом доме жить. И потом через некоторое время, вот как-то я приехал, смотрю, даже где сосед? Да умер, сейчас уже продали кому-то другому. И все, этот дом уже в запустении стал. Понимаете, есть принцип. Если дом Божий в запустении, то тогда и наша жизнь будет в запустении. Если Божий дом будет в запустении, тогда и наша жизнь будет в запустении. Если мы пренебрегаем духовной жизнью, тогда и физическая наша жизнь, и материальная наша жизнь, она тоже будет в запустении. У евреев были такие отговорки, да? У них были плотские желания, плотские цели. Они жили в своих домах, в этих украшенных, а дом Божий был в запустении. И как результат пренебрежения этими духовными вещами, жизнь, она постепенно разрушалась. И дальше написано, вы сеете много, а собираете мало. Сеете много, а собираете мало. Это как проклятие тоже было, да? От того, что они пренебрегали духовными вещами. Вот кто из вас, он, значит, ну, радуется, когда он посадил, допустим, два мешка картошки, да, а два ведра выкопал. Радость несказуемая, да? Радуешься, картошку перевел, да? Наоборот, ты радуешься, когда ты ведро посадил, а два мешка выкопал, да? От этого радость бывает. А здесь... Но явная такая происходит деградация, явное такое происходит, неблагословение происходит. Сеете много, а получаете мало. То есть у вас, ну, все разрушается, все идет вот так вот, под откос. Написано, если Господь не созиждет дом, то что? Напрасно трудятся строители, да? Вот дальше написано, идите, но не в сытость, пьете, но не напивайтесь. Идите, но не в сытость. Пьете, но не напивайтесь. Это не значит, что у них, у евреев, у них не было продуктов питания, да? Вот, ну, кризис такой, да, они голодовали, голодом жили, у них не было продуктов питания. Мы сегодня утром встали, у нас хлеба нет. Хлеб. Хорошо, галеты есть, да? Галеты поели, все отлично, все хорошо. Ну, бывают такие моменты, но ты не из-за того, что просто в магазин не сходили. И поэтому нет. И у евреев не так было, что у них не было продуктов питания. Не просто у них было, у них даже было изобилие продуктов питания. У них, наверное, все было, но они ели. И это не в сытости им было. Мы ездили с нашими друзьями в реабилитационный центр. И там в реп-центре, значит, там проповедь была, а потом мы, значит, сели за стол. Сели за стол. И, ну, у них всегда там каша бывает, там, понимаете, там похлебка какая-нибудь, каша, там еще что-то такое. Вот. А тут мы сели, и там у них пельмени. В стол пельменями, там, пельменей много. Я говорю, вот это да, опять эти пельмени, да? Вот все, наверное, там в центре говорят, опять эти пельмени, как это все надоело, да? И ребята радуются, да, потому что пельмени, потому что не каждый день пельмени. А кто-то, знаете, он говорит, ой, опять это как в фильме, да, этот, «Белое солнце пустыни», по-моему, да? И он там сидит, она ему принесла, поесть бы что-то, да, приносит ему, ну и опять это черная икра, пошла бы там лучше кусочек хлеба где-нибудь достала, да, опять это черная икра, опять надоело. Так вот, знаете, ешь, ты ешь, но ешь не в сытость. Вы едите, но не в сытость. Потому что вы настолько уже вам ничем уже не удивишь. Когда у тебя есть какой-то недостаток. Я помню раньше, как хорошо было, да, вот жили в советское время. Такое светлое время хорошее было, да. Некоторые ругают, а я наоборот говорю, как здорово, как хорошо. И для меня праздник был. Пельмени стряпали. Это же целая церемония, как у японцев, японская чайная церемония, да? Как у нас целая церемония приготовления пельменей была. Это нужно было масло, мясо помолоть, перемолоть,
потом это тесто нужно было там его раскатать, там какие-то приспособы были, там рюмкой, там дюк-дюк-дюк-дюк, там штамповка, так что был пресс такой, там дюк-дюк-дюк, выделывали эти, потом закручивали, а потом еще туда монетку ложили, да, счастливую, там 15 копеек, кто-то зуб ломал, да, и если кому-то попадало, я помню, такая радость была, 20 копеек, 15 копеек попало, о, классно, мороженку купить можно, да. Это же для тебя целое богатство было. Счастливый пельмень ты съел там, понимаешь, 15 копейками. Это радость, когда у тебя есть недостаток. И ты можешь радоваться пище, что у тебя есть пища. А он говорит, вы даже тому, что у вас это есть, вы не радуетесь. Не радуйтесь. Вы едите и не в сытость. Вы пьете, но не напиваетесь. Я не всегда был пастором. Вы знаете об этом? А кто, догадывайтесь, кто-то, наверное, этого не знает, кто-то не всегда пастором видел, да? Родился пастором. Да, родился пастором. Живой пастором, умрешь пастором, да? Кто-то не знает, я вам скажу, открою вам секрет. Я не всегда был пастором, вот, я был неверующим человеком. И был грешником, как все был грешником. И вы знаете, перед тем, как мне уверовать, я вот помню очень хорошо, да? Вот ты потерял покой. Все, у меня покоя не было. Это какой-то период времени у тебя был, происходил, и ты все уже, тебе ни от чего, ни от каких тебе удовольствий, ни от каких грехов ты уже удовольствия не получаешь. Я помню, ты пьешь, еще работали в таком коллективе, да, коллектив трезвенников был, понимаете, они все вот смотрели, где бы что-нибудь украсть и выпить. Вот такие уже были, да. И ты пьешь, понимаете, пьешь, и тебе уже удовольствия никакого не приносит это все. Ты пьешь и не напиваешься. Пьешь и не напиваешься. Многие люди точно так же. Они дошли до этого состояния, когда они пьют не от того, что они хотят удовольствие получить, а от того, что просто они хотят забыться. Хотят забыться. Пьешь и не напиваешься. Это как проклятие, да? Это как проклятие. Человек уже ничего от этого не получаешь. Ешь, не наедаешься, пьешь, не напиваешься. И потом написано, зарабатывайте для дырявого кошелька. Зарабатывайте для дырявого кошелька. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. То есть, как? Вот, понимаете, у тебя деньги-то есть, зарабатываешь вроде бы деньги. У тебя не есть, а они у тебя куда-то уходят. И ты не знаешь куда. Смотри, как пальцы вообще. Вот как провалится, как черная дыра, как кротовые норы, да? Хоп, провалило где-то на другом конце вселенной эти деньги ушли там, да? Куда они ушли, непонятно. А вот знаете, интересно, вот дальше вот если посмотреть книгу пророка Агея, там написано, если ты это для себя делаешь все, да, то потом ты не будешь от этого благословения какого-то иметь. А Бог говорит такой момент. Сейчас вот я это место найду. Это 2 глава, 7 стих. Господь говорит, это уже как благословение для тех людей, которые созидают духовный дом. И он говорит, я потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славу, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Ну, знаете, в современном переводе там немножко по-другому написано. Там немножко по-другому написано. Там написано так. Сотрясу все народы и стекутся сюда их сокровища. Сотрясу все народы и стекутся сюда, в храм мой, все сокровища. Интересно. Вот в синодальном как-то немножко непонятно, да? А тут такое объяснение, я прямо так вот... Думаю, вот это да. Он говорит, я народы потрясу, понимаете, вот как я был. Раз потряс, и все сокровища, все кошельки, которые были, они попадают, и знаете, как это? Оп, вот так вот. И потекли. И все как в воронку, да? И куда потекли? Потекли к тем, кто любит Господа. Тем, кто предан Господу. Он говорит, я заберу эти деньги у нечестивого, я отдам ему эти деньги благочестивому. Почему ты работаешь как для дырявого кошелька?
Да потому что Дом Божий в пренебрежении. Потому что ты все делаешь для себя, для своих эгоистических целей. И вот эти деньги, они никуда уходят. Они как дырявый кошелек, они уходят тем, кто живет благочестивой жизнью. То есть пустоты никакой нет. У того, кто живет нечестиво, они уходят благочестивым, да, людям. Бог говорит, я потрясу, и они все в мой храм и придут. И вот дальше удручающая такая картина написана, да? Удручающая картина. Он говорит, если вы пренебрегаете храмом моим, значит, вот такие вещи у вас будут происходить. А в Библии написано как? Про храм. Что такое храм? Первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Там говорится так. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Оказывается, мы с вами храм-то Божий, да? Там говорилось евреям, чтобы они строили храм. Но храм-то это мы. Сейчас мы являемся храмом. Мы храм Божий. Дух Божий живет в нас. Если мы разоряем храм, написано, того покарает Бог. Я говорю, что-то смотрите, я думал, там написано, что ли? Да. Было, да? Я просто не успел повернуться. Того покарает. И этот храм вы. Вот какой нам храм-то надо созидать. Бог говорит, не живите своими целями, не живите своей жизнью, не живите эгоизмом. Созидайте Божий храм. Божий храм запустений. Вы знаете, мы можем открыть этот храм. Почему Павел говорил, вы не знаете ли вы, что вы храм Божий? Коринфяне знали, что они храм Божий? Знали. Потому что они обратились к Господу, они покаялись, да? Они стали детьми Божьими. Но они запустили этот храм. Он был в запустении, этот храм. Они не уделяли внимания этому храму. Нужно было, чтобы в храме всегда эти жертвы приносили, чтобы горел огонь на жертвеннике, да? Чтобы там богослужения проводились, постоянно проводились богослужения. Храм для этого и предназначен. Но они храм использовали для каких-то других целей, видимо. И он говорит, разорите храм, того покарает Бог. Созидать нужно храм. И какой же выход из этого состояния-то, да? Знаете, получается такой, как бег по замкнутому кругу, да? У тебя ни денег нету, ни благословений у тебя нету. У тебя там все разрушается кругом, да? Ты ешь и не насыщаешься, да? Тебе плохо, везде плохо. Какой же выход? А знаете, нам интересно, два раза повторяется. Вот в Агее, в первой главе, там повторяются два раза такие слова. Вот в 5 стихе и потом в 7 стихе. Посему ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на пути ваши. Обратите сердца ваши на пути ваши. Я опять обращаюсь к современному переводу. Тут, обратите сердца ваши на пути ваши, и ты думаешь, ну как это так вот? Ну, немножко сложновато, да? А там в современном переводе, там интересно написано. Обратите сердце ваше, посмотрите, как вы живете. Посмотрите, как вы живете. Просто посмотрите, как вы живете. Обратите внимание сами на себя. Обратите внимание сами на себе. Нужно посмотреть на себя. Как бы со стороны. Вы знаете, как блудный сын, да? Он написано, что? Пришел в себя. Он увидел себя. Он пришел в себя. Он вдруг очнулся, как бы был в каком-то сне, да? В таком... находился, да, в каком-то забытии, в каком-то дурмане находился. И вдруг он пришел в себя, и он увидел, а, в каком я состоянии нахожусь. Люди, которые касаются Господь, они начинали просто видеть себя совершенно в другом свете. Знаете, один из начинателей евангельского движения, такой был Онищенко на Украине, и вот он свидетельствовал о своем обращении. И он пишет так. Он работал у немцев, колонистов, и он увидел, что это какие-то необыкновенные люди. Они не посещали кирху, не ходили вот, в церковь туда, в лютеранскую, там, лютеране были, да. А они собирались вместе, вот, вместе и молились там как-то, и все. И он увидел, что это какие-то благочестивые люди, он стал тянуться к Евангелию. Потому что душа-то,
она ищет вот хлеба, духовного хлеба, она ищет Господа, да, и как Августин Блаженный сказал, душа метется и не находит ни в чем покоя. И только когда она находит Бога, она успокаивается. И только когда находит Бога, тогда успокаивается. И вот Онищенко, он рассказывает о своем обращении, он говорит такие слова, вот есть свидетельство его обращения. Он говорит, я был прежде как свинья, хуже скота, потому что скот делает то, что ему скажут, а я не делал даже этого. Однажды я молился на поле, плакал и кричал, Господи, вразуми меня, исправь меня. Не знаю кто, я не видел. Точно снял с меня одежду, и сделалось мне легко, и стал я свободным, и узнал я Бога. То есть человек увидел свое состояние, он увидел, посмотрел на себя, истинное свое положение, ему Бог открыл это все. И он воззвал Господу, Господи, я не хочу больше жить в таком состоянии. Я хочу быть с тобой, откройся мне, покажи мне себя. И Бог открылся и показал, он говорит, я снял с меня вот эти грязные одежды все, как бы раздел меня. И одел меня в чистые одежды, одежды праведности. Я стал другим и познал я Бога. Нам нужно вот это созидание внутреннего нашего храма, созидание нашего сердца. Приоритеты правильно расставить, больше к Господу обращаться. Не к каким-то земным нашим делам, нашим мыслям, не земные, что эти вещи какие-то делать, а к Богу созидать Божий храм. Он говорит, храм мой в запустении. И потом 8 стих, следующий такой шаг. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Зайдите на гору и носите дерева. Зайдите на гору. Мы в Корее когда были, там у них называется молитвенная гора. Я раньше думал, что молитвенная гора, это они все корейцы, утром встают в 5 часов, и так все там, такая вереница их на горы поднимаются, идут на горы и молятся там в 5 часов. Да? Вот, ну такое, думаю, молитвенная гора. А оказывается, молитвенная гора – это просто церковь. Они просто приходят в церковь и молятся, они называют гора молитвенная. Почему? Ну, потому что Бог-то, где он пребывает? На высоте пребывает, да? И они на эту высоту поднимаются, в духе на высоте поднимаются и молятся там Господу. Так вот, Господь говорит, поднимитесь на гору, начните молиться. И не просто молиться, знаете, как у нас бывает, да? Молил, помолился там, оттарабанил, Богу сказал, чем больше слов, наговорил ему много, и все. Все, Господи, я пошел, у меня тут свои дела. Я сам себя ловлю на этой мысли, да? Ты Богу говоришь, но ты Бога не слушаешь. А все-таки самая эффективная молитва, когда ты не просто Богу слова какие-то сказал, а когда у тебя получился не монолог, а диалог у тебя был, да? Когда ты Богу сказал, а Бог тебе ответил, да? И ты от Бога слово получил, ты от Бога откровение получил, да? Ты от Бога какое-то свидетельство получил. И ты, вот это, да, ободрение такое. Ты молился, и Бог тебе тут же сказал, может быть, в молитве даже проговорил тебе. Вот это взойти на гору-то нужно, да? Вот так вот на горе-то нужно быть. Надо пробиваться в молитве, да? Нужно вот молиться так, чтобы Бог ответил тебе. Интересно слова, да? Там Янги Чо в Европу приехал, он там увидел, как люди там молятся, там формально, еще что-то. Он говорит, как вы можете получать ответы на молитвы, не потея? То есть молитва это всегда пот подразумевает. Ты потеть должен, да? Ты вспотеть должен, труд должен употребить какой-то. Написано, зайдите на гору и носите дерева. Носите дерева для постройки храма. А дерева это что? Строительный материал, да? Я представляю, ты взял бревно и понес. Носите дерева. Тяжело это или легко бревно носить? Тяжело с бревном идти, да? Это труд. Это труд. Так вот, это труд. Зайти на гору и носить дерева. И знаете, можно еще перефразировать. Дерева это как бремена. Носите бремена. Это, знаете, это может быть люди, которых нам нести надо. Которые не очень удобные, да?
не очень удобный, там, вот, как бревно, да, оно все в сучках, вот попробуй его напрячь, на плечо положим, оно все в сучках, да, тяжело его. Или чемодан без ручки, да, как его тащить, да, ручки нету и никак не привяжешь. Сейчас на... такое липкое, а? Липкое, кора же там, это сок. Кора, сок, оно все тебе вот так вот, вот соскальзывать все у тебя будет, да, и все это же. Вот, носите, носите. И вот это как люди, да, времена, дерева. Это как люди, это как бремена. Несите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Сейчас вот Валера выходил, да, и про Виктора Андреевича говорил, рассказывал. И знаете, в этом нет никакого подвига, да, что это мы сделаем и совершаем. Братья, основное бремя на них легло, на братьев, они будут заботиться. Это хорошая школа милосердия, хорошая школа сострадания. Рациональный наш ум, он иногда противится этому, он говорит, нужно вот так вот поступать, более рационалистически поступать, более как выгодно тебе. А по-божьему, это школа милосердия, это бремя, которое ты несешь. Если ты бремя это будешь нести, таким образом ты исполнишь закон Христов. Закон Христов, закон любви. Возлюби Господа Бога твоего, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И вы знаете, что тогда произойдет? Вот такие вещи все, да? Вот если ты обратишь на себя взор, на себя внимание, потом ты взойдешь на гору, потом ты будешь носить эти дерева, неудобные совершенно, да? Дерево такое, никуда его, дерево, не говорит ничего, ты несешь его, да? Вот. И как результат этого всего, он не замедлит прийти. Будет новый храм. Преображение всей жизни. Произойдет преображение всей нашей жизни. И вторая глава, я хочу прочитать с 5 по 9 стих книги пророка Агея. «Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь, ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, и море, и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на сем месте я дам мир, говорит Господь Саваоф». Он говорит, что слава нового храма будет больше храма прежнего. То есть мы храм Божий, и Дух Божий живет в нас. Но мы не должны удовлетворяться тем состоянием, в котором находится наш храм, в каком состоянии находится наше сердце. Мы можем успокоиться, знаешь, такое есть чувство, говорят, удовлетворения. Я удовлетворен. Знаете, а удовлетворение, значит, тебе не надо уже вперед простираться куда-то. Нам надо с вами меняться, нам надо с вами преображаться, нам надо, чтобы новый храм был, да, более лучший храм был, чтобы большая слава Божья была в нашей церкви, в наших сердцах, да, в наших душах, в наших служениях, чтобы еще большая слава была Божья. Хотим мы этого? Да. Значит, мы должны преображаться, преображаться. И он говорит, если мы будем так поступать, то тогда слава нового храма, она будет намного больше храма предыдущего. Знаете, какие слова ободряющие? Он говорит, не бойся, не бойся, я с тобой. Дух мой будет с тобой пребывать. Дух Святой в тебе будет пребывать. И знаете, и последний момент, тоже такой хороший очень момент, да, для нас, 23 стих, 2 глава, 23 стих. В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф. Господь говорит, я буду держать тебя, как печать. Я буду держать тебя, как печать. Ну, вроде бы, что в этих словах? А на самом деле, знаете, печать – это ценная вещь. Я помню, мы однажды печать потеряли. У меня чуть инфаркт не случился. Потому что если ты потерял печать, вот
кто имеет дело с какой-то организацией, да, не знает, что такое будет тогда, да? Это там так, такие, такая возня. Нужно будет писать объяснение, там, где печать, куда, там, нужно эту печать аннулировать, новую печать нужно делать. Потому что печать – это удостоверение твое, да? Ты удостоверяешь то, что, допустим, документ верен. И раньше были печати какие, кольца были, да? Перстни были, печати. И эту печать удорожили, потому что это был знак собственности. Если человек, у него была печатка, и он ставил этой печаткой печать, да, оттиск какой-то ставил на документе, это удостоверяло то, что если царь, что это царский документ. Это царский документ. И поэтому печати очень дорожили. Никому не давали, понимаете, чтобы не было никаких подделок. Его носили или на руке, или вот так вот здесь вот, на цепочке на шее носили, чтобы никуда не делся. Раз, потрогал, вот она здесь. Оп, здесь, все нормально, все хорошо. И он говорит, ты печать, матерь, ты дорог для меня, настолько дорог, ты как печать. Я тобой буду удостоверять народы, которые есть. Пусть нас Господь с вами благословит, чтобы мы с вами не поступали вот как вот евреи, да? Когда им было указание строить храм, а они находили разные отговорки. Они говорили, да, еще время не пришло, у них страх внутри был, они как бы скрывали, говорят, да еще рановато. Они обращали внимание больше не на храм, дом Божий был в запустении, а они строили свои дома, то есть время у них для этого находилось, разукрашивали сами себя, свои дома строили. И из-за этого было не благословение в их жизни. Не благословение в их жизни. И Бог говорит, обрати внимание на себя. Посмотри на свою жизнь. Нам есть на что обратить внимание, каждому из нас. Мы можем обратить внимание на себя и посмотреть, заглянуть в свою жизнь. Нам есть в чем меняться, нам есть в чем преображаться. Он говорит, обрати внимание на себя. И когда ты увидишь, не отмахивайся рукой. Тогда взойди на гору, начни молиться, начни просить у Господа, начни каяться перед Ним, начни исповедоваться перед Господом. И потом носи эти дерева, неудобоносимые, не совсем, может быть, для тебя приятные, вот и носи их. И тогда будет результат. Господь говорит, храм будет больше, лучше, чем прошлый храм. И ты будешь как печать в руке моей. Аминь.